Привет всем, с вами канал Тхагер на Outplay, и мы продолжаем играть в игру GTA 5 онлайн. Продолжим рассматривать новое обновление, вышедшее недавно. Лоурайдеры. Это моя вторая часть обзора. Так, давайте посмотрим, что же. А, в прошлой серии мы хотели. Закончили миссию одну. Прошли у Ламара. И теперь мы можем прокачивать тачки. Для этого нам надо купить сейчас автомобиль. Вроде бы здесь можно приобрести. Так, вот торговый зал. Сейчас возьмем тачку и поедем прокачивать ее. Посмотрим, как идет прокачка. Торговый зал, избранная машина, проекты. О, вот это прикольно смотрится. Так, ассортимент, наверное, скорее всего. Ну-ка. А, да, вот ассортимент. Вапичино. Албани Примо 9000 стоит. Вапичино 225 тысяч. 32. D-класс Вуду какой-то. D-класс Монбим. Албани Буканер. Так, какую-то взять. А, всего 6 пока доступно, да? Так. Давайте возьмем вот эту за 225. Самую дорогую. Пример заказной работы. Ну-ка, как посмотреть? А, что можно будет с ней сделать, типа? Ну-ка, если другую взять. Ладно, нет, давайте вот эту же возьмем. Цвет, в принципе, цвет не имеет значения. Мы все равно будем перекрашивать. Скорее всего. Так. Давайте возьмем красную пока. Там все равно можно будет перекрашивать. Так, давайте вот сюда отправим третью квартиру. Так, извещение о покупке вашего нового транспортного средства в скором времени будет доставлено в ваш гараж. Так, деньги сняли. Давайте поедем заберем тачку. А, я не в этой квартире нахожусь. А. Это зовет нас опять на миссию. Возьми, говорит, одного друга с собой. На пирсе надо встретить с ним. Так, ладно, это мы пока делать не будем. Давайте все-таки тачку прокачаем. Потом еще съездим, если по времени, если успеем, в амуницию. Посмотрим новое оружие, может, какие вышли. Потом на шопинг пойдем. Прикупимся новых шмоток. Так. Блин, нафига сейчас тачку брать? Давайте доедем, там еще оставим. Возьмем вот этот новый лоулайдер наш. Так, он прибыл. Так, сейчас карту сделаю. Чтоб нам не блуждать, не ездить. Так, где наша третья квартира? Третья квартира. Вот она, наша третья квартира. Так, для разнообразия решил просто в другом месте взять квартиру. А то у меня две здесь квартиры в одном доме. Третью там взял. Четвертую пока не стал приобретать. Потому что пока мне так особо не требуется еще одна квартира для машин. У меня и так мест свободных полно. О, ты мою тачку помял. Мартин еще звонит. Лестер, вы че, ребята? Так, это на ограбление зовет. Ну, пока мне ограбление же, у меня деньги, в принципе, есть. Как понадобятся деньги, пойдем на ограбление. А пока я пас, ребята. Тихо, тихо. Он сообщение приходит в вашей квартире. Открылся доступ к очередному ограблению. Так, вот моя хата. Так, начало событий какой-то. Давай, заходи домой. Я купил эту квартиру, даже не смотрел, что там внутри. Сейчас еще заодно пробегусь, посмотрю, что там. Интерьер какой-нибудь другой или то же самое.
Ну, дверь уже другая, деревянная стоит. А у меня там вообще лифт стоит. Не, ну квартира дизайн другой. Так, там нет, там ограбление, туда не идем. Телескоп с видом на стройку у меня окно. Просто замечательно. Так, что тут еще нового? Тут, в принципе, все похоже. Просто местами мебель передвинута. Вон моя плазма стоит. Большой диагональю. Так, что тут еще есть? Так, спальня. А почему спальня телека нет? Надо спальня обязательно тоже телек. Так. Ванна, душ. Ну, как все как положено. Так, гардероб. Ладно, валим отсюда. Так, нам нужен гараж. Так. Куда я что нажал сейчас, блин? О, выходит на улицу. Где гараж здесь, ёб? Где гараж? Гараж что, с другой стороны, что ли? Ладно, еще раз. Ой, там стреляют, надо валить оттуда. Нахрен. А то сейчас начнут тут побоище устраивать. Не. Меня пока не интересует. Главное, чтобы мой лоурайдер не уничтожили. Так. Войти в гараж. То есть резко нажал и даже не посмотрел куда, чё. Так, ну гараж тут то же самое же будет, как и в тех квартирах. Они одинаковые на 10 машин. Только он здесь пустой. Вот она, моя малышка. Прибыла. Мне здесь денег хватит, а нет прокачать ее. Говорят, дорого прокачка стоит. Поехали. Вон пока что эту тачку можно модифицировать. Так. Где эта модификация? А, вот она. Она, интересно, одна вообще на весь город или как? Она, да, она одна. По всей локации, она только, ну, по всей карте она только одна единственная мастерская. О, какая блатная лялька. Сейчас мы ее... Она и так уже красиво смотрится, эта тачка. А сейчас еще ее обделать, она вообще будет идеальной. Правда, медленная, но она не для этого сделана. Так. Ну, это вся ее на максимальную скорость, походу. Больше с нее не выжить. Ну, сейчас еще прокачать, может, она быстрее будет. Но мне, в принципе, и такой скорости хватит. Так, чуть не проехали. Ой, тут сколько тачек, кстати, нифига себе. Давай, открывай ворота, ёп. Папка приехал, тачку свою обделай. So, first up, I should probably say, many can't do this on any old car. I only work on select makes, and Давай, твори obviously, свою магию. work speaks for itself. I'm always looking to expand, but this is where we're at for now. First step is getting it ready. We'll give you the basic build, and everything else can go on top. Can't do any of the other work without that rebuild. After that, it's whatever you like. Interior, exterior, popping the hood, Давай, working я the это все engine, слышал, hydros, of ёпты. course, opening the trunk, fitting it out. You'll have a low rider in no time. Сound good? Get it right from the list and come on back. We'll fix them too, Давай, but it's ёпты. expensive. You don't want to get in no fender bender. Сейчас мы его вкачаем. Так, ремонт. Модификация. Сколько? 185 штук. Чина заказной. Броня, бля. Не, у меня, наверное, на все, про все не хватит. Гоночные тормоза. Бампер. Шасси.
Ой, сейчас. Давай сначала модификацию сделаем, это который 185 тысяч стоит. Без нее типа никуда нельзя. Вот она. Вот она появилась, гидравлика, ёпты. Так, броня, бам. Давайте. Давайте, не, сначала самое главное, двигатель. Блок цилиндров. Ой. 50 штук. 53 штуки. Цвет мотора. Хром ребристый. Давайте посмотрим поближе, как она. Я, в принципе, такой особой разницы не замечаю. А, ну крышка у него он ребристый, да. Или цвет. Так, ладно, пока давайте посмотрим. Воздушный фильтр. Ой. Двойной воздушный фильтр. Так, эту, только вот эти две штуки, уже 80 штуки. Настройка двигателя. Так. Так, увеличить мощность, улучшать систему фильтрации. Так, двигатель на, короче, на выйдет на 1090, короче, примерно. Если округлить. Шасси. Топливный бак. Бак дополнительного цвета. Хромированный бак. 7 штук. Дион 7, передний бампер. Заказной спойлер. 1000. А чё, заднего нету? Тормоза. Броня. Уже 1200 уходит. Ой, какой, ну, не 200. Сдвоенные глушители. Взрывчатка. Чё закрыли? А. Кромка крыла цвета кузова. Нифига, можно заднее колесо закрыто сделать. Офигеть. Или усы вот такие сделать какие-то. Не, ну вот это типа круче считается. Все, чем все дорогое будем ставить. Так, суперчарджер. Тройной суперчарджер. Вот этот тройной поставим. Клаксон стандарт, музыкальные. Так, ну это те же мелодии. Что за поворотом? Так. О! Хо-хо. Сан-Андрес, ёпты. Либерти-Сити. Не, ну вот это прикольная штука, охренеть. Гидравлика. Стандартный насос. Хромированный. Ой, у меня, блядь, бабла не хватит, ёпты. Счетвертенный 2 на 2. Счетвертенный формат еще какой-то. Охренеть. Но мы ради этого идем. Давайте поставим мощный насоса. Салон еще. Охренеть. Че здесь столько нет? Шкура тигра. Нифига, шкура зебра. Крокодил. Кожаные полосы, ну как
Да, вообще четко смотрится. Прям полностью вообще всю тачку можно переделать. Леопард. Еще один тигр. А, это уже кожные полосы. Пошли тигра. Зебра. Кожа крокодила. Камуфляж. Кожаные полосы камуфляжа. А, и все, да. Бля, ну дофига от выбора, прям в салон все переделать, можно, офигеть. Цвет обивки. А, это полностью салон, цвет не можно поменять. Сейчас просто прилетай по-быстрому. О. Сколько цветов. На любой вкус тут цвет вы сможете найти себе. Так, украшения. Что за... А, нифига, тут можно прям фигурку в салоне ставить. Офигеть. Зеленым мариачи. Паник. Саламандр. Либерти. ЛС Шримс какой-то. Не, ну вообще классно придумали, прикольно сделали. Она еще, наверное, трясется, когда ты едешь. Или нет, интересно. Смерть с косой. Бессильная злоба. Прикольно. Индикаторы. О. Индикатор, он цвет можно менять. Неказистое пламя. Старый, добрый. А, ну тут у тебя основные меняются, походу, показатели. Классик 30-х. В стиле рокера, да? Через череп Вуда. Неказистый негатив. А, тут то же самое получается, только негатив, но темный получается тут, да. Так. Рули. Три стороны, нифига прикольно. Четко сделали. Жаба. Уличный родстер. Нифига, абсолютное ретро. Бриолин какой-то. Рокабилли. Старая школа. Винтажный гонщик. Оджик. О, вот этот крутой руль. Четко смотрится. Красное дерево даже. Реставрация. Ла-бомба. Прикольно. Нифига себе. Звено цепи. Искры из глаз. Да тут еще круче идут. Деко какой-то. Крузер. Сиган четко, четко. Рычаги передач даже. Офигеть. А где рычаг передач? А, он на руле будет получать, да? Бильярдный шар. Глаз. Счастливые кости. Всевидящее око. Граната. Круто. Доброе утречко. Невыносимая красота. Король Релир. Старый микрофон. Поршень. Самоцветы. Шестизарядник. Пистоль. Насос для писвазер какой-то. Офигеть. Четко, четко. Так. Таблички. А, на заднем лобовом стекле на табличке даже можно вешать. Они везде светятся, нет? Грязный Сантос. А, темно, ничего не видно. Блок Магнотис какой-то. Ну, вот так более-менее как-то. Борс. Вагас. Сан-Андрес. Инициалы Сан-Андреса. Дэвис. Лос-Сантос. Бенни. О, неоновые пошли. Ну, это те же самые, получается, только неоновые. Вот неоновые надо ставить. Какой-либо Сан-Андрес. Либо вот это Бенис Original Motors Works. Так, что еще тут? Цвет панели. Серебро. А, подсветку можно менять вон у этих панелей. Тоже много цветов он. Так, с салоном вроде бы все. Да, что там идет у нас? Фары. Фары. Неоновый набор расположения неоновых трубок.
О, давайте сразу неон поставим. Спереди, сзади и по бокам, со всех сторон. Цвет неона сейчас выберем. А хотя цвет пока не будем, потому что мы же не знаем пока, какого цвета будет тачка у нас. Раскраска. О, тут еще винил есть. Синяя полоса. Нифига, весь он в полосы. Офигеть. Контурная синяя полоса. Красота. О, вот это вообще шикос. Цветочно-золотистый. Цветочно-синий. Цветочно-фиолетовый. Я бы вот этот поставил бы золотистый, прикольный. Ну вот эти тоже красивые. Ну может сейчас цвет можно поменять. Раскраска. Ну, это у меня состоит. Номерные знаки. Держатель для знака даже можно выбрать. Офигеть. Гавайи. Ну, рамка получается. Ну, держатель, да. Пламя. Все. Заказные номера. Ха-ха-ха. Бенни. Нифига. Окраска. Основной цвет. Так, ладно, подождите. Цвет обивки, эмблема банды, цвет обивки. Окраска, крыша. О, кабриолет можно сделать. Может, кабриолет сделать, чтобы салон прямо внутри все было видно. Это заказная крыша, да? А заказная крыша, она, интересно, откидывается или нет? Бля, вот это я не знаю. Скорее всего, навряд ли. Надо кабриолет сделать, чтобы прям салон все видно было, офигеть. Офигенно бы. Сделаем кабриолет обязательно. Тут гонит трансмиссии, о, багажник. Полка для динамиков. Квадратные динамики. Офигеть. Ну они тут делов сделали. Тройной сабвуфер. Тройной экстрим неон. Да эта штука. Тройной экстрим неон. Да это бомбить будет, ёпт. Турбонаддув, колеса. Улучшение шин, пулестойкие, дизайн шин. О, Бенни Оригинал, вот посмотрим колеса какие вообще могут быть. Гайки, спицы, спицы хром, винтажный провод хром, смузи. Прокачай меня, прокачай меня. Чистота. А тут тоже дофига дисков. Фараон, тигр. Три колеса, высокий класс. Нифига, это вообще какие-то квадратные. Биоопасность. Волны, лизун. Спирализатор какой-то, гипноз. Психоделика. Суперэлектричество. А у меня стандартный тоже прикольно смотрится. Пока стандартный заставлю. Так, так. Стекла. А смысл мне стекла, если у меня нету вообще крыши?
А, ну все, да, тут давайте бампер. Ну, внешне пока просто прокачаем, чтобы бабла у нас все равно не хватит. Топливный бак я брал, нет? Вот, хромирный возьму топливный бак. Не знаю для чего, но я его возьму. Потом двигатель. Блок цилиндра. Бля, вот на двигатель мне не хватит. Бля, все дорого. Хром ребристый. 50 штук. Воздушный фильтр. Тоже дохерищ. Настройка двигателя. Глушители сдвоенные спарные пока поставим. Крылья. Вот эту поставим. Да? Или усы. Не, давайте закроем, прям четко будет. Капот. Супер. А, тройной суперчарджер поставим. А, клаксон, клаксон у меня хватит, нет. Сколько? 90 тысяч, охренеть. Ну я тебя по-любому возьму когда-нибудь. Гидравлику главную мы вкачали. Салон. А мы что тут уже все сделали, типа что? Ксенон поставим. Раскраска. Белая полоса, синяя полоса. Бля, мне вот это нравится тоже раскраска. Ну и вот эти тоже прикольные. Это сделано цвет золота все-таки. Цветочно-золотистый. Цветочно-синий. Все-таки фиолетовый. Вообще прям какой фиолетовый. Или синий сделать, цветочно-синий. Так, давайте окраску сначала выберем. Основной цвет. Нет, слишком. Давайте металлик же. Металлик, металлик. Какого цвета металлик выберем? Так, давайте листами, какой понравится. Думаю, либо красный, либо желтый какой-нибудь. Вот оранжевый есть. Ярко-оранжевый. Так. Бум-бум-бум. Так.